Доброго утра, комрады. Короче, народ, всем здорово. В общем, если вам вдруг сегодня кажется, что весь мир на вас ополчился и всем на вас похрен, то знайте, что в общем и целом это, конечно, так. Но не до конца. Стопудово где-то найдется человек, обязательно, который не желает вам зла. Возможно, он даже к вам бы с симпатией отнесся или с пониманием и просто вас поддержал бы. Я не знаю, где он. Может, он в Африке или последний полярник на какой-нибудь полярной станции. Но он обязательно есть. Вот, поэтому доброго вам утра. Ай, блядь, что я несу? Какую-то хуету. Думаю, доброго утра, не доброго утра. Я уже сказал, в смысле, поздоровался с вами. В общем, хочу просто пожелать, наверное, в этот дерьмовый день, с такой дерьмовой погодой, дождем, в феврале, блядь, дождь, да, хочу вам пожелать, чтобы это вас не расстраивало и чтобы день сегодня удался. Ну, в общем, вот как-то так. Все, давайте, мир. Увидимся на стриме.